давайте на камеру скажу. Видео как? Точно, точечно и максимально глубоко проникающе.
То есть вот такая работа. Судьями, а не оценивается. Понятно, да, я сам это прописывал, правило. Вот такая работа пассивная. Работа. Не оценивается. Судья вас не стоит. Щекула считают, это судья нить. Вот здесь вот, понятно, да? И смотрите, он забирает мою руку, и все, он ко мне прилип. Понятно, да? Поэтому серия носит. Раз, два, раз, раз, два, один. Понятно, да? Вот эту позицию только посмотрите. Попробуйте. Смотрите, да? Thank you.
По всем этажам. Каждый удар максимально жесткий, максимально проникающий. Понятно, да? Смотрите, второй момент. Ноги. Еще обратите внимание, когда вот на мысль ударил, да, у него при ударе, вот видите, колено идет в сторону удара. То есть оно получает. То есть вот эта плита уже пойдет на сиденье, на мощь удара. И второй момент, да, когда, посмотрите, бой с Нагуэрой, когда он выставляет ноги, и Федор постоянно вот это движение делает. Сбрасывает в сторону. Но он не просто сбрасывает, а отходит, разрывает дистанцию. Бросил и сюда пошел. Ясно, да? Еще раз получим. Ноги здесь. Можно это попробовать? Сбросил? Пошел сюда. И здесь. Понятно, да? И накрываете, берете позицию другую. Попробуйте. Как сказать, столичная лампа. Понятно, да? Человеку неприятно, он постоянно находится в лицу, он работает пассивно, можно так сказать, потому что на него сыпется постоянно град удара. Поэтому как можно сильнее, как можно мощнее разбить он. Понятно, он нужно почувствовать, что ему больно, что ему некомфортно в этой позиции находиться. Да? Давай почувствуй, такой запах, кайф. Запах, кайф? Никто так не радует. Thank you.
Второй же, когда он атакует, когда он атакует, я не вижу просто, видите, я смещаюсь. Ровно. Куда спустился? Куда? На кой его смещаю? Момент я не вижу. Понятно, да? Вам тоже определить нельзя. Я говорю, Печень.
ногами вот в сторону, то есть через бок, вот здесь влезет, то есть идем уже хватать, дальше можно даже закрывать ногу. Опять же, одним из ходов завязали ноги, видите, то есть не просто стоим, опять же, здесь влево плаву, есть один момент, вот через маленький, то есть мы вверх выносим, да, пробиваем, получается, бьем уже непосредственно по икре, разбиваем его. И то же самое, если мы хотим более мощный удар нанести, то заряжается отсюда. То есть фактически вот я заряжаю ногу, как нам видно. Можно просто и про ногу, и про ногу. Да, и про ногу. Разницы нет. Особенно их, когда висят, здесь они наиболее расслаблены. Не разбиваются, разница не есть. Бедра тоже, естественно. По их, легче. Нет, туда, но встаю по всем помощью. Еще вчера мы я скоростные хотел создать за ногу. Когда ноги у них находятся, вы его обманули, пробили, говорите, собрали, возможно, сами вовидно, вот тут забили его вот сюда. Вот сюда. И увидели в сторону, в свою сторону. И все. Здесь все целевое. Можете ломать ноги. Понятно, да? Идеальная позиция. Понятно, да? Здесь вот перехватили ноги, если знаком взяли. Вот еще раз. Убрали ногу сюда. Вот их взяли, вот сюда. Вот. Все. Здесь вы можете не развернуть его, или просто пустить сюда. Все. Вот это. Понятно, да? Здесь пару раз еще. Постучали рукой. Оп, все сделали. Так же нулевого. Так же нулевого. Сели. Сели. На волевой. Здесь он держит захват. Есть такие прям домкраты, которые сильный охват. Не торопитесь. Взяли захват хороший. Нагрузим его на сторону, перенести вес тела в сторону ног, вот здесь вот повисли, и все, здесь по корпусу разбиваете, и ногой потихоньку отталкиваете его здесь. По ногам можно, локтями по ногам можно, понятно, да? То есть, они, может быть, они маленькие, эти нюансы, но они работают, они в бою очень хорошо работают. Пару раз, хорошо, в трех лампах, пару раз, по бою хорошо локтем, он уже будет ногу прятать, понятно, да? Или вообще, даже если потом вы не мог стойку, ничего не сделать, то вы будете знать, что эту ногу надо бить, 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 и через удар 5-6 она сломается. И вот еще. Если вы там стойку уже налепили, вот на бедро разбили человека, да, видите, что там все, позиция, ну, видно, ясно, как говорится. Не обязательно сюда основной ногой. Где-то вы, опять же, стараетесь туда на живот выйти и так далее. И вы, если даже где-то прихватили мяч, то уклоните в это место. Толпаните его туда, добивайте, добивайте его. Добивайте, так пока она уже не откажет. Опять же, смотрите, где у него выполнен нанесен больше всего. Куда и долбите, долбите. Давайте мы все время попробуйте. Thank you.
Спарта, находясь на трех точках, вы можете достать что так, что так, так. Да, вы находитесь в Спарте. Это нюанс, но правило, я вам ничего не сделаю. Значит, дальше работаем. Потому что я когда шапку держал, там сколько, у меня руки
когда вышел в спортивном фестивале, они ударят отечественно, продуваем, продуваем просто. А потом приходит домой, и чаша придет, вот такие вот руки. Я когда получилась такая еще история, что мы готовились опять на чемпионат мира, я проходил комиссию, пришел, там, то есть очень серьезно страдает ваш, очень серьезно. На маленький вам страдает больше всего вот эти счастья. Очень серьезно. Поэтому берите опять же боксерские бинты свои и укрепляйте, бинтуйте, ну, уже если он запястье, точнее, не самих бинтуса, а больше запястье, чтобы был как у них как раз, чтобы у вас монолит работала. Вот. Смещение шло, естественно, за счет естественной работы. Это, опять же, почему это ваше здоровье? Так как мы фактически на себя принимаем, если где-то там блок, уход во встречу, смещает, то здесь мы даже на такие моменты, когда встреча ударит за бар, мы туда наоборот идем во встречу. А так будет, соответственно, получается уже всем противником. Еще такой момент. Не перенапрягайте особо эту плечо, вот эту часть. Вот это плечо напрягается, не напрягайте перед ним. Потому что как только оно заблокировалось у вас весь удар это плохо. То есть вы бьете, вот бывает даже, когда по жестким отрывам на ноге, начинается напрягать, ой, что-то у меня рука пошла. И напрягается вредно, и получается вот эта вся, ну, часть, естественно. Там у мотива, у вас надо ума, физика, какой силы, какой силы действия. То есть, опять же, для себя мы должны гасить это. Следующий момент, значит, когда работаете, особенно смотрите с этими, что-то тут начинает, что происходит так, как правило, первые новички, мы должны переходить, ну там уже на соревнования, на счет, его дальше детей. Вот. Соответственно, будьте очень с ними внимательны, вы должны знать сами, не секрет, что где люди промажены, ударит вверх лапы, под лапу ударит. Поэтому новичка лучше всего лежит в паку. Китайский пак. У них чисто психологически еще, как говорится, прицел не настроен, потому что какое-то серьезное испытание, они на них как шальные, как говорили, то есть сами кричали, сами понимаете, особенно вот это вот домой камеры. И он бьет лишку туда, лишь полетел. Да. У них большой, неправильно Владимир Владимирович говорит, потому что есть фокусировка туннельного зрения, знаете, психологии, да, то есть когда мы в спокойном состоянии четко цель видим. Когда какая-то экстремальная ситуация, биохимия включается совершенно другая, она влияет на кору головного мозга, соответственно, зрение где-то раздувается. Если один человек, вот туннель, они ничего не видят, естественно, открывают, даже ничего не слышат, и глухнут при этом, понятное дело. И вот он по этим лапам садит, он уже бой видит фактически. То есть старайтесь его успокоить и не работайте с ним на мощь. Ну, то есть ставь просто на просадку. Лучше всего начинать еще работу это с одиночных ударов. Я просто расскажу, как у меня достаточно было, может у кого-то своими и так далее. То есть я начинаю с одиночных ударов. Одиночные удары побили, причем все. Вот раунд, например, 5-минутный раунд, если мы пару магапрыгнули, либо там 3-минутный, в зависимости от регламента было. То есть первый раунд пускай просто распространяется. Потом ушки дают ударные серии, чтобы уже моторику завести. После этого начинают работать на непосредственно на связке. Еще такой момент. Очень часто бывает, тренеры, понятное дело, что очень много связок, очень много заготовок. Я рекомендую, например, если берем 5-минутный раунд, одну связку работать целую минуту. Потом следующую связку целую минуту и следующую связку целую минуту. Потому что, во-первых, вот пока пристреляете к лапу, то привыкнет к лапу. И каждый человек, естественно, по-своему бьет, но если вы знаете, уже вы подвернулись, где-то подрабатываете, вы уже чувствуете. Вот.
так, связка, раз, два, три, колено, та-да-дан-дан, колено. Пока он пристрелялся, 6 атак провел, да, теперь следующий, хай-кик, колено, ой, пойдем по высоте. Он еще не поймал человека, поэтому у него должно быть до автомата. То есть до автомата должна быть связка, то есть он четко бил, четко чувствовал, четко работал. Вот. На моторику полезно, когда вы по-быстрому работаете, боксерская это работа, чтобы на точность набросы то же самое хорошо делать. То есть фактически вы лапу бросаете, она же вид погибнет, ну, как вместо блока, он начинает лечить боковой, вот апперкот бросается, апперкот, там так, разное идет действие. Еще такой момент, не старайтесь лапами, вот, блин, в Таиланд съездит, честно говоря, начинается херня. Тайцы, за то, что поймите такую вещь, я там был на тебя раз, и мне, честно говоря, как это будет не нравится, это по той простой причине, что они там не учат. Поэтому иллюзия, что вы поедете чему-то научитесь, но вы просто можете посмотреть и сравнить это технические действия, перевести это в свои, опять же, у них совершенно другая школа, другая методика, да, и институции, да, я не видел это по-другому. Вот, тоже я приехал из Димы на сборы, там со мной. У нас был контракт с голландской компанией «Шуртами». Поехали туда, вместе нам делали сборы, дали начали искать китайский тренер по работе. Дима начинает работать, у него выставлена техника наша, как говорится, уже. Китайцы сразу говорит, ну, так бей, ну, заспорились. Ну, давайте тогда мы ученика сборим. Ну, ученика дал, Дима говорит. Вот. Потому что, опять же, у каждого из вас свое видение, у каждого из вас своя школа вырабатывается вместе с тем, куда поехать, посмотреть, сравнить. Ну, что-то можно взять, вопросов нет, везде будет из каждой школы что-то для себя взять. Какие-то, ну, основное, это взять какие-то рецепты подготовки. То есть сам продукт этот, как говорится, пирожный, можно купить в супермаркете, либо смотреть в интернете, как тоже паровоз бьет, либо еще кто-то, это понятно. А вот сами схемы, вот эти, то, что там нюансы, вот, так, они это отрабатывают. Вот они, зараза, настолько хитрые, что им показывают. Они уже отдавали пение. Начинают, если тайцы надоедают, что он уже работает. Темп. О, пошел. Ему бабки отдал, а он уже в этой жаре, язык на боку, и никогда не очень не нужен. Опять же, то есть у них очень много встреч, эти дела, когда еще одна рука не развернулась, они там по встрече, да, ноги выставляют, они хорошо, вопросов нет. Но когда дело дается в локте, опять же, у них вот эти все встречные, эти все дела, это под локти. То есть пока он развернулся, он может делать на локте. Руки, они не копят просто. Обратите внимание на нашу систему, опять же, там у них дистанции другие совершенно. У нас дистанция вот. Правильно? Когда они в печень кто-нибудь зашел, попасть, да. Такого никогда не было. То есть, соответственно, у нас идут более туда длинный удар. Туда более длинный удар. Соответственно, вы со своими учениками старайтесь вытягивать на более длинный удар. Потому что здесь уже борьба, здесь уже более короткие там. Никакая классическая боксерская серия не прокатит. Точно так же какая-то тайская классическая серия тоже не пройдет. Потому что у нас другой вид спорта, и опять же другая борьба. Просто занимаясь тайским боксом, когда перешел в ММА, блядь, совсем другой вид. И сам переучился, и позиции ног смотрел как по-другому, как лучше. И посадка другая пошла. И все, вот это, не вот эти все дела. И особенно ребята съездят в Таиланд, и там забрыл пошел. Бля, ну куда пойти? Разорвут, вырвут и так далее. Ну, это опять же говорю о полезности. Полезности поездки. Например, сменить обстановку, побыть в Таиланде, посмотреть на ребят, там, на море покупаться, котика, там, покушать фруктов, солнце зарядиться. Ну, это все здорово, хорошо. Но научиться, ну, я бы не рекомендовал туда. Для учебы тоже. Еще такой момент, если вы приехали и сказали, что я хочу владеть жизнь, я буду драться за вас. Ну, естественно, не будет. Так просто еще поймите такую вещь, что у них там отношения, мы для них овощи. Они так и на вас и говорят, они дружат с нас. Хотя сами веселые ребята такие. Вот, считают, что они там супер великие, там,
так далее, страна никогда не была завоевана, потому что нафиг тебе не нужна была. Не полезно ни стопаемо, ни географическое положение вообще его там, вот Сиамский угол, Сиамский залив, они там закрыл все поля, эти самые, проходы все, торговые пути шли через Индонезию туда, мимо Берга туда вылезли и так далее. Ну, если они там были, но они гордятся, что они завоевали. Ну, не надо. Так, в анекдоте про Николая Малышева, знаете? Да, вот, в принципе, вот такая вот, потом еще поезд, да, поезд полезности. То есть, опять же, вы тогда работаете с вашим учеником, и, во-первых, входы жесткие можно отработать, во-вторых, и пробить, но не давайте учить, потому что нам на мощь жесткий удар, чтобы выносило, во-первых, ну, накапливайте все это дело, удары. Для кишек это не очень хорошо, и опять же, это внутренний корм. Но при любом прессе это набивается, потом уменьшается. И первое, это развивается входы панкреатита, ну это серьезно. И я тоже был такой, начинаю микротрещины получать, и кишки подбивают. Плюс еще идет боль диафрагмы, тоже опять же, может провести не очень хорошей работе вот в этом отношении. Вот. Поэтому где-то намечать, где-то для, опять же, для динамики, для скорости, для динамики, чтобы человек двигался, туда бы, туда бы выставлял. Вот. Следующий момент, работая там по уровням, по каким-то. Вот. Еще хочу заострить внимание, есть еще большие лапы, которые на бедрах, да, есть костяные, есть такие, то есть такая. Вот, да, которая есть тема. Вот, тоже нормальная вещь, почему? Потому что при работе, например, мы привыкаем к средний удар, тот же класс по мидлу, да, того, что боковой. Пошел. Раз мидл бьет, значит ударит. Сегодня вам покажу, вы сегодня сами работаете, хочется даже при работе руками. Вниз надо бить, надо еще подмонтировать, да? Там. То есть у нас получается по геометрии, вот выход, бедро отместили, чтобы ударить вниз, у нас уже под другим углом подали. Соответственно, мышцы работают под другим углом. Здесь они более как бы поджаты, получается, ну, достаточно корректор, чтобы пробить, чтобы достать. Опять же, вот у нас вот, здесь опускаем, все, уже назад пошла ниже, у нас уже мышцы растянут. Соответственно, динамика на выброс уже идет совершенно другая. Поэтому, если мы ставим лоу-кик должен отбить по низу. Вот. А заблуждение очень часто тренерского состава, выдержал, а лоу-кик ударит, по хай-кик голову приведу. Ну, хай-кик голову опять же надо настраивать. Набивать. Если мы делаем плеский быстрый удар, то одиночную лапу выставляем. Если силовой удар, то, как правило, две лапы. Но опять же, у нас вес ноги по анатомии, по физиологии, это четвертая часть веса тела. Вот, центр тяжести 4 пальца. Вот у нас пошла нога. Да? Ну, у женщин еще на 2 пальца ниже, для того, чтобы не могла быть другая. Поэтому легче какие-то работы, какие на фоне делать, потому что, не, ну это серьезно, как оно и есть, потому что физиологически мы на даче, с этой тяпкой, когда мотоканик полетела, вот какие играют, с этой типа большого, ну просто опять же анатомия берется. Поэтому и основывается вся работа это на анатомии, даже работа и на лапу, точно так. Сейчас, просто значит, смотрите, какие моменты по лапам, когда уже берете. Старайтесь еще работать, если выставляется, например, какой-то удар, какой-то уже дальше, для того, чтобы опять же, издержки вот этой работы. Ходите к врачу, чтобы массировали вот эти верхние части, потому что начинается гипертон, выкручивается и очень сильно давит на суставы, потом болят очень здорово, потому что вот эти все удержания, лапы держат постоянно на весу со стороны. Часто бывает при работе, мы человека приучаем бить вот так. Вот это ошибка.
Ваш ученик вот где должен быть. То есть если вы работаете здесь, то есть возле головы или подали каким угодно образом, чуть подаете, вот, чтобы он ориентировался по движению вашего корпуса, по вашим ногам и так далее, чтобы позиции не терял. Опять же, я когда, допустим, какой-то боковой, то я чуть подаю вот сюда корпус. То есть вот боковой уже бьется уже максимально ближе к этому. Там вот могу. То есть не там работаю, где-то перед собой. Потому что, опять же, он смотрит на меня и смотрит, и тут получается, что такие подарки делают под сам нос. Сами, да. Вот. То есть вот это тоже характерная ошибка. Где-то или либо вы поставили и чуть-чуть вот отошли сами. Вот вы стоите на меня, раз отсюда, вот я стою, голову держу, удар пошел, раз, убрался. И опять вернулся, опять же. Убрался. Вот тогда он четко видит по моему корпусу, то есть уже визуальная дистанция дорабатывается, визуально четко человек работает. Ну, с ногами здесь проще. Опять же, угол поворота какой, в зависимости от того, какой удар вы ставите. Да. Если вы ставите на 45 градусов, соответственно, вот у вас идет отсюда, и до противоположного. Если ставите выше, то, соответственно, здесь, тоже понятно, углы, перемещение, углы. И работаете. Ну, силовые, как правило, на живот ставятся. Да, вот такие. Если где-то повыше, то чуть, конечно, локти отрываются, поэтому, опять же, ножку назад, видите, то есть я, получается, при ударе, я руки подставляю, а сам раз выхожу, тем самым разгружаю ножку. Потому что очень часто, вот как правило, держит, бам, эти лапы, бам, это все хорошо. Но опять же, это дадут вашим суставам. Поэтому лучше приберегите. И еще такой момент. Значит, когда идет работа коленей, да, то же самое, туда не стоит. Опять же, человек начинает на подъем работать, а его уже на петле. Старайтесь, естественно, чтобы вот удар был отсюда, вот четко заставил отстояние. Отсюда, вот, я, например, ставлю по рукам противоположную лапу, а это его сюда. Вот таким образом. Если на этот удар, то таким образом. Опять же, сейчас тем, что нарабатываем. Если наработка тигла, опять же, поднимаем прямой, но вместе с тем нога свободна. Не тигла. Потому что удар мощный, лучше уйти назад. Видите, то есть, опять же, расслабляю ногу, налево стоит. Пускай у меня лучше снесет, чем я опять пойду на него. Если мы на мощь ставим, то, соответственно, тяжелый мешок, и пускай уже на мощь засаживаем. Потому что мы для них все-таки тренеры, мозговой центр, а не мешок для избиения. Вот, ну, вот это как-то так.